Трансляцию матча Intel Challenge представляют главный технологический партнер корпорация Intel и генеральный партнер турнира компания Asus. Скукотища. Это пингвины или ленивцы? Они хотят шоу. Будет им шоу. Ковальский готов? Вас понял. Начать операцию Рико Старт. Бинго. Смотри, что вытворяет. Вот это жжет. Миссия выполнена. Хватит улыбаться и махать, парни. Это 5! Когда на сцене процессор Intel Core i5 второго поколения, результат очевиден. Невероятное шоу визуальной производительности. Умный, и это видно. Western Digital и социальная сеть для геймеров Cyber Arena TV представляют. Каждый день тысячи игроков спрашивают у меня, как найти достойных соперников, как ворваться в топовые лиги, а также как повысить свой личный и командный скилл. Ответ один. Вам нужна регулярная и качественная игровая практика. VD Dota Arena. Играй с лучшими и становись одним из них. Подробности на сайте www.dotaarena.tv. Итак, всем привет, с вами Версута, с вами Intel Challenge Super Cup, 9 по счету, играет команда Hard Team против Global Challengers, вторая у них уже игра, первую по некоторым причинам не получилось до конца отстримить. Ну что ж, давайте пробежимся по банам и пикам. Чен, Думбрингер, Клокверк, Спектра и Ликантроп банятся командой ХТ, ГЦ банят Бруду, Фуриона, Чена, Виномансера и Дриадку, Инвокер, ВР, Бэтрайдер и Огрмаг пикается. Сентинелами и Скоржами пикается Аппарат, Лич, Риксар и Шейкер. По одному пику остался у каждой команды. Ну и, собственно, наверное, переключусь я уже на большую сценку. Так, все вроде работает, все хорошо. Пикается у нас Винга. Хартим забирает этого персонажа. Нашу игру у нас выиграли ГЦ. Игра была достаточно такой неоднозначной. Вначале тащили Hard Team, просто очень жестко выигрывали доту. А потом получилось так, что игру перевернули ГЦ. Потом пришлось делать лот. Лот сделать не получилось. По причинам того, что на РГЦ одни никнеймы у ребят, а на Гарене другие, и поэтому на Гарене мы хотели сделать лот, на хостботе сделать этого не получилось. Вот такие дела. Так, ну что, последние у нас пошли. Последний пик остался у ГЦ. Долго они думают над ним. Что-то долго призадумались, кого же последним взять. Пошли секунды экстра тайма. Осталось ждать недолго.
Вот такой сегодня день выдался. GGNet не явились на игру. Получили техлуз. Monkey перенесли игру с командой M5. Ну вот по итогу из 4 игр мы только наблюдаем за одной из 3. Вот такие дела. Вот такие дела. Так, 20 секунд остается у нас до конца экстра тайма. Ну, не хотят нас радовать быстрыми банапиками. Ну да ладно. Чем дольше думают, тем, собственно, лучше будет пик. Ну и тем интереснее будет смотреть на эту игру. Так, пауза. Это дело они специально долго пикали, потому что им еще... У них кого-то, видать, нет в игре. Вот, собственно, почему они так долго и пикали. Секрет успеха раскрыт. Пурум-пурум-пум. Ну, я и мирку закрыл. Уже читать нечего, делать нечего. Давайте информацию почитаем. Я один раз отсюда вот даже что-то полезное вычитал. Бета-тестирование. О, нифига себе. Так, что у нас Defender залагал. Вот так, ребят. Если вы хотите участвовать в бета-тестировании, вот оно, да, в новых версий Dota, оставляйте заявку по адресу. Вот такая, вот такой вот адрес. Что-то нашли ошибку. Отправляйте сюда. Отчеты по адресу. Господи, там, наверное, столько у него спама и флуда приходит на почту. Я вот никогда не понимал, как вот они могут из всего вот этого спама и флуда выбирать полезные сообщения. Или там как-то, наверное, это все происходит. Вот так, ну что, Анпапа Коконат играет у нас на Риксаре. Бас играет на Шейкере. Микки Огр Омни Патма. Бот Лич, Секси Бомбоя на аппарате. Вот так вот. Отма аппарат. Двухголовый синий властелин магии. Так, что-то у нас тут паузы, не паузы. Эндрю Спарро играет на Инвокере. White Shadow Винга. Defender Бэтрайдер. Дубас Огр. И Хэппи на ВРке. Но что-то как-то ребята не хотят играть. Что-то у всех какие-то проблемы. Гоу. Ололо, ололо. Один игрок команды ХТ написал гоу, второй игрок команды ХТ подтвердил, и паузу сняли. Очень, очень интересно так вообще все происходит. Так, видим, да, что Хартим у нас побежали в поисках счастья. Вдруг они там найдут что-нибудь такое, типа загулявшего Шейкера желательно найти, или Риксара. Патма липом свалит, скорее всего, поэтому ее вряд ли получится убить. Хотя тут связка, стан, плюс еще Огр со своим станом. Да, напинают знатно, может быть, даже и Патма упрыгать никуда не успеет. Итак, Патма у нас тут должна видеть. Вижен вроде отсюда небольшой, но есть. В любом случае, друг друга не нашли. Никто никого до появления крипов не убьет. Лич сейчас так. Оп, минус крип. И давай блочить. Купил себе тапок. Будет стоять против Бэтрайдера, который... 260 голдишки у него есть. И... Ну, тапок против Бэтрайдера, конечно, так. Ну, относительно хороший итем. Думал ли, что будет против триплы. Получилось немножечко не то, что он думал. И тут у нас нашли станчик от Огра. Получила Патма. Ничего такого особенного. Всего-навсего 75 дэмэджа. И все. Так, отвод закрыт. Отводить у нас... Хотя на топе кто там будет отводить, если только Риксар. А Риксар у нас лесной. О-хо-хо. Прибежал на мид-шейкер. Перекрыл.
аппарат вообще не парится, он даже ни разу не ударил. Вот, cold feet, и давай бить с руки, сразу же заморозишься. Дружане, а что ты куда-нибудь в бок поушел? Ну, получал по башке, в принципе. Он понимал, что его не убьют, нечем его там было убивать. А вот сейчас прибежала Винга, стан, Огр, тоже стан, и давай с руки бомбить, но столько дэмэджа тоже не будет, чтобы убить. Пришел Шейкер, перекрыл, ой-ой-ой-ой-ой-ой, cold feet и тычка, еще буквально вот, две тычки надо было сделать. И убили бы Вингу, но Винга уходит живой. На грани буквально обе команды были от First Blood. В принципе, там, ну, почти так вот. Можно так сказать, что убили Инвокера, но вот Вингу явно чуть не убили. Так, тут у нас Риксара в лесу спалили. Сейчас будут с ним тут развлекаться. Он сделал дабл спаун топориками. Пытается сейчас как-то зафармить вот эту вот пачку. Но он бы зафармил, в принципе. Он сейчас бы дождался, пока у него маны. Правда, у него что-то как-то не очень регенится. И ждать, пока у него будет 120 маны, долговато. Потом еще с руки он сколько их пинать будет. Но тут как бы Винга с Огром никуда не торопится. Вообще без палева такие встали и ждут. Риксар так... ну, Риксар тем более никуда не торопится. У него маны нету. Ему надо вот сейчас 120 маны есть. Что теперь делать? Каков план действий? Риксар там тусит, ждет, выжидает. Пришел тут снова Шейкер. Ну, Инвокеру, в принципе, не так страшно, но очень неприятно. Так, в лесу тут у нас драка, иллюзии развлекают лесных Венгу и Огра. Ну, что-то как-то так. Что-то как-то так не получается. Ребята хотят навязывать агрессивную доту друг другу, но что-то у них не получается друг друга убить. Так, ой-ой-ой, хорошо, прям тупо сзади зашли и пауэршот. Вот так вот, два стана, пауэршот и First Blood. Сейвим игру. ФБ ее назовем. Сохраним. Да, вроде все нормально. Вроде все нормально. Там Риксар что-то отводы какие-то делает или что он там, дабл спаун пытается сделать, но ничего. Сделает, если он пытается это сделать. Не, не пытается это сделать. Он пытается эту пачку для начала зафармить. У него тут всего 30 маны, 2 топоры он 2 раза юзал. Ну и теперь пытается с руки так получать стан. Сейчас еще Винга или нету маны. Нет, Винга не стала походу юзать. Либо в тень ушел Риксар и не получилось. В любом случае Риксар бы выжил и убить его вряд ли бы получилось. Огр первый левел, если бы Огр был второго левела, был бы шанс. Так, смотрите, тут у нас Шейкер. Здесь еще у нас заходит Риксар и аппарат. Ох, Шейкер понаполучал-то по щам знатно. Фиссура, стрела прилетела, пятибалка по Огру. Получает Огр у нас массу дэмэджа. Там убили еще Шейкера. Риксар тут тоже в панике сваливает. ВР-ка его будет сейчас нарезать, пытаться. Да, ВР, кстати, пауэршот. Да, пауэршот. И Риксар отлетает у нас таверну за Вингой. Еще одну тычку. Ну, давай. Давай одну тычку. Ну, Патма по-любому должна убить. Ну же. Ну же, по тени просто хорошо же. Как Винга бежит, просто по теням. И здесь маны нету у ВР-ки. Чуть-чуть буквально не хватает, чтобы накрыть вот эту вот подругу пауэршотом. Но уже отхилилась Патма. И пауэршот, в принципе, не убьет. Вот не хватало там копейки маны. Шейкер побьем, что. 3-1. Вот, собственно, и результаты того, что они бегали друг другу харасили, портили жизнь. Инвокер вообще не парится, он почти 6-й левел поднял, пока здесь не было аппарата. Аппарат пришел на линию 4-й, ботл имеет. Это круто. Один килл заработал, но, по сути, левел он не апнул. Так, Инвокер там пошел за хостой. Здесь у нас ВР-ка. Шейкер сейчас будет пытаться перекрывать. Патма там, если сейчас... Ай. Они могли, кстати, вместе сейчас комбу такую, фиссура плюс стрела 5-секундная. Ну, не 5-секундная, а хотя бы там 2-секундная. Но в любом случае ничего не сделали. 3-1. Лич тут у нас раскидывает фрост новый. Неприятно против Лича стоять. Лич уже почти 6-й. Вообще не коцанный, еще у него 9 стиков заряжено. Тут он против Бэтрайдера спокойно стоит. И то, что он себе так покупил, он в принципе не жалеет. Я думаю, вот так вот его все устраивает. Так, здесь у нас колдфиты заюзали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что это за спайки? Ай-яй-яй, у меня же ребут интернета. Пятая минута. Или не ребут интернета.
Хм. Странно. По-моему, это у меня. Ну давайте, ребят. Это, по-моему, из-за меня. У меня сейчас интернет. Я не знаю, сейчас стрим с не упал. Нет, не упал. У меня сейчас интернет просто ребутнулся. И, скорее всего, это из-за этого был такой вот небольшой пролак у пацанов. Здесь они... Бот. Неплохой, нехороший бот. Ну, не знаю, нормальный бот. Пинг у всех вроде небольшой. Ой-ой-ой, снизу драка. Ой, снизу драка. Бэтрайдера здесь ловят. 12 хп, лич. Ой, тут еще... Винга прибежала, крикнула на всех вот этих вот пацанов. И Бэтрайдер очень так вот, очень так вообще на честном слове ушел просто. Сколько тут у нас хп? Так, ладно, потом посмотрим. У лича, мне интересно, потратил ульту, нет? Да, лич ульту потратил и не убили. Я думал, лич соло сможет забрать Бэтрайдера при помощи ульты Фростнова. Но даже с Шейкером у них не получилось. Я не знаю, каким образом так у них могло сложиться, что Шейкер дал фиссуру... чувака, у которого тут, ну, 8 сотен хп, ок. Плюс Фростнова, плюс ульта, не знаю. Наверное, там слишком много стиков было заряжено. Только такое. Может быть, объяснение произошедшему. Так, ну, Риксар тут в лесу, я не знаю, Риксар в лесу, я вообще давным-давно такие страты юзали. Лесной Риксар, ну, что-то как-то, я не знаю, мне кажется, это не прикольно. Сейчас мы увидим, прикольно или нет. Есть у него щиток. Изначально покупал щиток, топор, там хилок затарился. Сейчас что-то... Или циркулетка у него была, или не было, я не помню изначально. Ну как-то... Хотя откуда у него деньги столько? У него денег столько бы не было. Да, но у него циркулетка только сейчас где-то приползла, наверное. Лагает. Да блин, беда. Ну я не знаю, ребят, что делать. Другого хостбота нету. Intel Challengerский бот. Прилетает фиссура. ВРК тут у нас Starfall двойной получила в лицо. И пытается свалить под винраном. Связка хорошо прокатила. Еще и ударил. Ух ты какой дерзкий. А маны-то здесь нету у Шейкера. Ой, сейчас Вингаси застанет, там еще пару тычек и пауэршот. Тут еще Огр прибегает, да, все. Паря, ты не жилец, пауэршот. Там у нас еще Энтри Спарроу убивает. Вот так вот. На миде убили все-таки база. А, нет, не база, на миде убили аппарата, секси бомбоа. Вот так. А на топе убили Шейкера, который играет, которым играет бас. Ох-ох-ох, Риксар, третий левел, 8-я минута, Риксар третий левел. Ребят, это что-то невероятное. Здесь у нас Огр третий левел. Я не знаю, как можно в лесу фармить 8 минут и быть третьим левелом. Как-то вот, хотя ему там мешали, прибегали всякие Огры. Так, аппарат ультует, попал, смотрите, колдфит и сейчас убьет же. 160 хп, нет, не должно столько надамажить. Айсбласт столько не дамажит, насколько я помню. Да, выживает здесь спокойно. А зовут Риксара тут зацепили. Третий левел у Риксара. Конечно, его спокойно тут вдвоем запинали. Четвертый и третий, да. Каждый по станчику, по тычке. И гениты всяческие, и без шанса. 6-1. 6-1. Хартим пока ведут. ГЦ что-то придумали такое интересное. Ну, как бы, ну, как интересное, в принципе. Риксар достаточно... Достаточно часто в свое время юзался как лесной герой, но пуф-пуф-пуф, что-то как-то... Он даже отводы не делал, а отводы как он будет делать, если отвод перекрыт? Вот такой вот вопрос. А как без отводов им фармить? Не знаю. Вот он, собственно, и бегает третьего левела. Так, что у нас тут у аппарата? У аппарата пока Bottle Tapok Magic Wand, ничего... жесткого для 9 минуты. Здесь у нас ПТ Magic Stick. Лич тупо фармит. Лич вообще не гангл пока у нас. И я профукал фраг. У нас Микки Огаром не убивает White Shadow. Вингу где-то зацепил. И Огар тут у нас. Давай за потмой гоняться. Потерял где-то своего тиммейта
Огр. И здесь что у нас под Firefly? Что он включил Firefly? Он думал, наверное, Rexar где-то в лесу или что. Firefly потратил. Хорошая такая пачка крипов. Вот бы их сейчас зафармить. Вот Firefly бы чуть-чуть бы подольше бы действовал. Можно было бы еще вот эту пачку бы загрести. Лич. Ой-ой-ой, связка. Тычка. Пауэршот. Тычка. Фростнову даже не успел у нас отвешать. Но прибежала Патма, Старфол, стрела мимо, двойной Старфол прокатил, и Патма просто последней тычкой убивает все-таки ВР-ку. Если бы дабл Старфол не прокатил, ВР-ка бы выжила. Ну, не 100%, но я думаю, должна была бы уйти. Мало ли Патма там как-нибудь изловчилась бы. 7-3, 10 минут. Ну, мы сейвили вот только что буквально игру, поэтому, ладно, не буду я сохранять. Тут у нас... У Батрайдера вообще ничего нет, 850 голды. Тапок, Magic Wand, тут фейзы. Угу. Фейзы, Брассер и Magic Wand. Шейкер гуляет просто вверх-вниз, вверх-вниз. Патрулирует, нашли нас Рексара, стан полетел, ловит в ульту, давай его сжечь под Фаерфлаем. Еще куча масел вылилась в бедного. Ох, хорошо, очень мало хп, ультануть, нет ульты. Ой-ой-ой-ой, беда. Беда, нет у Лича ульты, но Лич там живет, на развороте, пошли, фиссура, да. Профессиональная фиссура, получает сейчас минус мана, или нет, уйдет, рейндж там еще, ЕМП очень долго кастуется, зато вот у нас шейкер подстрял, колдфиты, пауэршот, до свидания, точнее колдснапы, а вот колдфиты на кого будут заюзаны, сейчас мы увидим, если они вообще будут заюзаны, убьют, да, вот все-таки колдфит успевает на венгу заюзать и погибает. Аппарат, Винга тут под тауэром спокойно убегает, здесь еще Лича накрывают, Лич Фростнова, минус Лич. Лич Фростнова и сразу же минус Лич, очень-очень прикольно. Рексар побежал на мид, ГЦ опять же очень жестко сливает игру, в прошлый раз примерно было то же самое, только там не просто убивали противников, там еще пушили очень жестко, то есть там по тауэрам было огромное преимущество и по счету было преимущество. Нет, ну только не говори, что сейчас кто-то вылетает. Он сохранить хотел игру, поэтому залагал. Ну окей, я уже там в панике сам засейвить хотел. Не надо так пугать, ребят. Так. Что у нас тут? А, ну, ВР-ка почти мека, фейзы, хардреска, баклер имеется. У нас Огр. Огр, кстати, если сейчас получит стрелу и Старфол, то он труп. Только вот если получит. И, походу, Атма не будет на него агриться, боится. Вот, стрела мимо. Ну и все. Прибежал здесь еще Лич. Лич, конечно, тоже интересный типуля. Нет, пойти сзади, дать ему Фростнову. Ну, тупо в лоб. Шейкер пошел, что там снизу руна. На топе руны нету. Шейкер, походу, пошел зачекать ее. И там тоже нифига нет. Шейкер недовольный, возвращается на мид. Рексар здесь у нас тапок. 13 минут. Единственное, что имеет, это тапок и Magic Stick. Аппарат тоже достаточно голенький. Ботл почти доделал себе ПТ. Перчатку осталось купить. Здесь у нас барабаны, фейзы, Magic Wand. Тут даже у Огра есть Аркан Буцы. Охо-хо. Ну, для Огра Аркан Буцы это вообще счастье. Властелину двухголовому. Властелину магии не хватает только маны для счастья. Так, ну аппарат зашел сзади. И если сейчас хорошо раскастуется ГЦ, то у Хартим будут огромные проблемы. Потому что если Лич ультанет, фиссура вот сейчас, вот если бы Лич ультанул пораньше, тормоз. Ох уж это тормоз Лич, получает за это сейчас в табло связочку. И очень много дэмэджа, ЕМП там его просто, изворотило. Рексар ультанул. Рексар ультанул, получил колдснап, умер. Фиссура так вот, опять же, в никуда, уже как бы, уже. Ой-ой-ой, двухкратный мультикаст от Огра, побежали. И последней тычкой у нас забирает фраг Инвокер. Здесь тауэр спокойно падает на миде. Бэтрайдер даже как бы не парится, там Потма не парится, тут Бэтрайдер не парится, ну ладно. Бэтрайдеру надо как-то, я не знаю, что-то уже себе фармить.
тысячу голдишки у него вот появилось, Тауэр забрал, хорошо, прибежал сюда инвокер, неплохо пофармил, а Патма тысяча голды, два банда, ПТшка, в принципе, неплохо сидит относительно своих тиммейтов. Мало ли, вдруг что-то там получится. Так, Чейнмейл покупается, Эриксар. Вызвал свой зоопарк и что-то передумал бежать на Бэтрайдера. Тут Шейкер что-то пытается себе нафармить. Ну, тапок-то уже пора как-то себе, я не знаю, наворовать. Очень так проблематично Шейкеру бедному наворовать себе тапок, потому что стратегия очень интересная была. Шейкер туда-сюда бегает, Риксар в лесу, то есть как бы и на топе с Патмой вдвоем они убить ничего не могут, и на миде с аппаратом ничего не получилось, потому что там постоянно самого аппарата ганглит, так, ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут у нас замерз. Но правда Тауэр бьет ВР-ку, ВР-ке вообще пофиг, подумаешь, меня Тауэр бьет, вырубает винран, убегает, все под контролем. Аппарат полетела, ульта, ой-ой-ой, попадет, ой, попадет ультой, 150 хп, еще стрела летит, стрела не долетела, 130, 120, ну, айсбласт, какого он там, походу первого, да, левела, да, айсбласт первого левела, зато здесь у нас поймали вот этого вот от друга Дефендера, его сразу же свапают, двойной мультикаст в Патму, сразу же стан от Винги, минус Винга, Фрост снова, давай с руки нарезать, Винга уходит, Шейкер тут тоже отошел, и Огр в погоне за аппаратом. На тебе стан, на тебе циклончики, и последней тычкой забирает у нас фраг Огр. Я думаю, инвокер там негодует, можно было бы ему оставить этот фраг, но Огр решил, что этот фраг ему нужнее. Говорит, я вам зато арканы заюзаю сейчас. 17 на 3. Пока ведут у нас Хартим просто более чем уверенно. И шансов команде ГЦ практически не оставляют. Я удивлен, что прошлую игру все-таки смогли ГЦ выиграть. Но вот в этой игре немножко они, мне кажется, переборщили с Риксаром лесным. Потому что, ну, как-то вот в голову не укладывается при нынешних стратегиях лесной Риксар. То есть он как бы и гангать-то не может выйти. То есть минус один герой. У тебя минус один герой на протяжении всей игры, почти что вся, на протяжении всей игры минус один персонаж. Во всяком случае, до 15 минуты Риксара практически не видно и не слышно. И как бы Шейкер, который бегает на топ, убить ничего не может. Бегает на мид, ничем помочь не может. И снизу тоже, в принципе, ничего у них не получилось. В итоге бедный Шейкер там даже тапок себе купить не может. Да, 17 минута тапка нет. Так, Патма у нас тут получила по башке станом от Огра, полетела ЕМП, давай, просто лича избили, даже ульту лич у нас не закинул, и сейчас будет очень просто расправиться со своими оппонентами уже дальше, тут колдснапы, давай сжечь, минус аппарат, Патма помочь ничем не может, фулл МП, но помочь ничем не может, Шейкер без маны, его свапнули, стан Патму, Шейкера не стало даже станить, потому что Шейкера и так убили, связка, ой, какая шикарная связка-то от ВР-ки, просто на 5 баллов и трипл килл забирает у нас инвокер, всю славу забрал инвокер, ну, 21 на 3, ребят, пора, мне кажется, писать GG. Вот так, Хартим, расправились во второй игре со своими противниками. Первую игру что-то как-то у них, видать, не получилось затянуть. Затянуть не получилось. Хотя я еще раз говорю, когда я вот начало их не стримил, до того, как они сделали ремейк, у них было... Вот я о чем и говорил. Аппарат, стан, фиссура, и вот ульта, лич ультует, и все. Но вот лич каждый раз ультует очень поздно. И вот если бы они бы как-то Шейкер с личом как-то бы вместе бы это умудрялись юзать, это было бы очень жестко. Ну а так, конечно, это все фигня. Даже если двоих зацепит Шейкер станом своим, и там полетит ульта лича, уже будет что-то. А так, надеяться не на что. Тем более, что ребята по итамам вообще ничего не нафармили, и им единственное, что остается, это надеяться на то, что у них скиллы хорошо получится заюзать. Но если у них и скиллы юзать не получается нормально, то надеяться не на что. 21 на 3. Просто тотальный разгром. Я уж даже не помню там, каким образом у команды Хартим кто и где умер, кого там где убили.
Ну ладно. Так. Но они уже заколебали, честно. Ой, там на миде. Ой, там... Ой-ой-ой, он лагает, его убивает. Ну не убивайте, ну... Вот, хорошо. Ушел. Надеюсь, они не захотят ремейк делать. Ну, понятно, это онлайн-дота, ребят, поэтому я теперь понимаю, почему тут у нас ГЦ так плохо играет, у нас Огра убили. Ну, в любом случае, Риксар, тут лесной Риксар, это ихняя затея, и да, может быть, у них лаги, может быть, они за счет лагов ничего не могут сделать, но лесной Риксар при нынешней доте, я вообще его уже 1000 лет не видел, чтобы брали лесного Риксара, может быть, я не прав, но мне кажется, это тупая стратегия. Total useless персонаж, который, не знаю, там, допустим, брать Дриадку в лес или Энигму в лес, он вылазит гангает по КД. Что делает Риксар? Он тупо фармит и не вылазит и не гангает, потому что ему тупо нечем гангать. Так, тут у нас Винга получила в табло стан, очень долгий аппарат ультанул, свап, и аппарат просто под колдснапами даже с места сойти не смог, Винга там замерзла, получила фростнову, отлетает. Да, аппаратус у нас лагает, лагает и лагает. ОКД просто. И... Но не сдаются. Ребята не сдаются. Они надеются на переворот. Тут у нас Дагер, Худ и Урна имеется у Бетрайдера. Ну, я не знаю, кто там может затащить доту, если только Потма. Но у Потмы только Яша. Яша ПТ, стрела мимо, ломает у нас в наглую барак. ЕМП, циклончики, маны нет, ХП нет. Фиссурка. Сейчас, ну, не должен успеть застанить, по сути, Огр. Хотя, если успеет, то у Лича могут быть проблемки. Дабл... Давай, двойной мультикаст или тройной. Там 11 левел-то есть уже? Нет, нет тут 11 левела. Аппарат там вообще 8 только тоже. Слабак, тут 10. Даже саппорту ХТ левелом больше, чем соло мид. Вот. Поэтому тут уже можно фе-фе писать. Но ГЦ... ГЦ не сдаются. Так, полетели циклоны, двоих зацепил. Ну, дальше ловить нечего, тиммейты далеко. Бетрайдер сейчас. Так, побежали, побежали под смоком на Бетрайдера, что ли. А здесь сейчас словят друг друга. Ай, не пошли, Хартим что-то... Что-то захотели и потом передумали бежать. Так, вот, все-таки обратно пошли, они тоже смог заюзали. Вот такие моменты всегда очень интересные, когда обе команды практически одновременно юзают смок, и сейчас найдут Огрит. О, Риксар, здорово, на тебе стан, на тебе ЕМП, на тебе еще стан, на тебе в табло кучу бананов. Тут у нас, ой, хорошо, полетел ульт Лича. Ну, как хорошо, ну, почти хорошо. Почти так же хорошо, как циклончики. Аппарат минус. Инвокер. Ох, шейкер там. Заультил шейкер. Даблкил делает у нас Эндрис Спарроу. Ну и выживает Бетрайдер. Тут у нас очень-очень коцаная потма. Хватает копии. Ну, считай с мантой. Взяла копии. Есть Яша. Почти с мантой. Так, ну ВР и Бетрайдера выжили. Но этот замес ГЦ провели неплохо. Потому что я не думал, что они вообще кого-то убьют. Они за всю игру убили, наверное, меньше, чем за этот замес. Ну ладно. Ну, я, конечно, переборщил, перегнул палку, наверное, но все же. Почти так оно и было. Потма тут кого-то ищет. Что-то прям даже лип заюзала, кого-то там... Зацепить хотела, никого не нашла и недовольная делать ТП-базу. Ох уж эти Хартим. Могут. Могете. Так, ну тут у нас только один барак всего снесли. По сути, пора бы уже со вторым разобраться. Полетела стрела, попадает у нас... Ох, Потмап побежала, Фиссура достает, Старфол блочит, но там есть Фордстаф, на развороте еще и связочка. На вам еще пауэршот, как дела, говорит? Как дела, ребят?
аппарату просто с пауэршота почти пол хп сбрило. Я плачу. Ох, шейкер. Злой шейкер не дал бедному... А зачем ему, в принципе... Зачем ему руна? У него ботла-то нету. Шейкер на характере так. Огрызнулся. Так, Mystic Staff. Staff of Wizardry. Что это за итем будет такой интересный? Посох повелителя интеллекта, я не знаю, там какой-то. Ой-ой-ой. Ну, заюзал он все-таки Ghost Walk. Замерз. И все. И надо отсюда вот драпать. Пока целый. Замедляет всех. Ребята палят. А нас на топе спокойно тауэр забрали. На миде фиссуру тут. Ой, аппарат еще ультует. Пауэршотик. Колдфиты. И умерла. Отлично. Патма у нас здесь прыгнула, получила стан. Армурчик ей там сняли медалькой. Полетел циклон. Ни в кого не попадает. Давай гнаться за аппаратом. Тут лич горит. Аппарат. Колдфиты. Винга в панике убегает. Но Винга уже никуда, походу, не убежит. Шейкер. Что это было? Фиссуру откинул. Это просто полный провал. По Венге не попал. И смотрите, Винга уйдет. Кабан не успел еще одну тычку дать, и Винга все-таки погибает. Здесь пришел лич и наказал ее. Тут Огар, беги. Риксар там... Господи, это что за замес? Как так? Как так ГЦ умудряется еще кого-то убивать? Побежали за Риксаром. Риксара все-таки не отпустили. Тут у нас еще погоня за Шейкера. Получи в табло стан, получи урну, получи две тычки. И Шейкер тоже падает. Unstoppable, даблкил от Дефендера. А тем временем на нижнем лане барак снесли. Теперь минус 2 барака уже по нижнему. По нижней вот этой линии. И тяжко будет команде ГЦ. Потому что тауэр тут и так коцанный. Если этот тауэр упадет, будет очень много денежек дополнительных. У Хартиму, который в принципе и так уже очень много денег имеют. Сломали они целую линию, плюс еще тауэры на каждых линиях попереломали. Остались только Т3 тауэры. 30 на 10. Ты еще такой, располагающий к баблу. Гинзуси доделал наконец-то инвокер. Здесь у ВРки, ну, Мека, Фортстаф, мы это дело все видели. Тут Пайпа, Аркан и Дагер. Винга ждет... Ой-ой-ой, Патма там... Патма застряла после Фортстафа, но Липом убежала. ЕМП. Да, сейчас ману еще сожгут. Ну все, вот была мана, нет мана. Обалдеть просто. Ой, залагался Экси Бомбоя. Его сразу же Фортстаф. Связка ловит инвокера. Топоры, Пайпа. Шейкер ультует. Минус инвокер. Лич тоже тут ультанул. Огар коцанный. Бэтрайдер тоже коцанный. Бэтрайдер с Пайпой. И так мало хп осталось. Тут у нас Патму все-таки наказали. Побежали за Риксаром. Минус Риксар. Выкупается Патма. Ливает Бестмастер. GG пишет. Ну да. Патма тут давай нарезать. Огра. Минус Огар. Бомбят Венгу. Венга сейчас походу тоже откинется. Затычку должна. Ай, стрелой. Смотрите, как жестко. Как жестко перекрыл. Ну ладно, сдаются у нас ГЦ. Получается общий счет 1-1. Так, ну что, хоть один реплей сохранить, что ли? ГЦ. Так, ХТ. ДФ. Ой, капслок нажал. Ну, хоть одну игру мы до сегодня посмотрели до конца из двух. Да, то есть две встречи под Бо-2 мы должны были сегодня посмотреть. В итоге мы посмотрели только одну игру. Ну, тут здесь мир Доты слишком